бережно, наверное. Гудзон, а. Это же Гудзон, правильно? Да. Это Гудзон? Что это? Я спрашиваю, говорю, это Гудзон или нет? Я и знаю, наверное, на месте. Начальник, я думал, ты у нас умный, интеллигентный, воспитанный человек. А ты ничего не знаешь. Ты не запомнишь. Так ты понимаешь, надо говорить с умным видом. Говорит, да, конечно, это Гудзон. Вот. Там. Это река, которая течет через всю территорию Северной Америки. Да. Втекает, впадает в Североатлантический океан. Какой-нибудь там океан. Ну, Гудзон на Манхэттен. Круто здесь, ребятки, я вам скажу. Это все дело как бы еще и не просто лед, а такой, который движется, наверное. Да, вода, лед, непонятно что. Водолед. Собаками нельзя. А с бегунами можно. Вот, минус 14, люди бегают. Это что у нас? Плюс 5, ой, холодно, я не побегу. Как говорится, лед тронулся, господа. Лед тронулся. Товарищ Ильич, в правом кармане, в правом кармане. Личаночная. Стоял на льдине, но речка на колосе была. Леонид Ильич. Красиво. А вот мы идем туда. Видите авианосец? Вон стоит, возвышается.